Еще один вопрос, который часто поднимается в медицинских кругах. Будем ли мы в республике вводить мировую практику лицензирования каждого врача или внедрять опыт России по обязательной аккредитации? Сегодня введение в стране данных форм оценки уровня компетентности врачей вас преждевременно. Российский опыт аккредитации медработников пока не доказал своей эффективности. А вот пересмотреть действующую в стране систему повышения квалификации врачей, принять меры по ее совершенствованию нам необходимо. Также следует мотивировать врачей на повышение высшей квалификации.